Ура, ребята, сегодня 31 декабря, значит, сегодня ночью будет Новый год! А вы уже готовы веселиться? О, я совсем забыл, я же хотел сделать новогоднее мороженое! Мама! Мама, мама, дай денег, пожалуйста! Что, что случилось, Макс, зачем тебе деньги? Ты куда так спешишь, что шапку потерял? Мам, да это, я же хотел сделать новогоднее мороженое, дай, пожалуйста, на набор! Макс, но сегодня 31 декабря. Ты знаешь, что творится в магазинах? Я тебе сейчас магазин отправлю, а к Новому году ты только придешь. Мам, ну что поделаешь? Я вчера совсем забыл, а ты мне не напомнила. Я быстро постараюсь. Ну, я думала, ты передумал, тем более Катя с Дианой купили себе какие-то новогодние мармеладки. Я думала, вы их вместе сделаете. Новогодние мармеладки? Круто! Еще и мороженое будет. Мам, ну дай денег, пожалуйста. Ладно, возьми карточку, только лишнего не трать. Отлично, мам, спасибочки! Девочки, мальчики, что делаете? Сейчас Макс принесет набор для изготовления новогоднего мороженого. Представляете? Слушай, тогда мы тебя подождем. Вместе сделаем новогодние мармеладки, а потом новогоднее мороженое. О, отлично! А я пока успею раскрасить раскраску. Новогодние мармеладки. Прикольно. Так, ладно, ждите меня. Только не начинайте без меня, пожалуйста. Вот они, вот они, вот они! И крутецкие мини-мороженки, посмотрите, какие они клевые. Так, берем набор и бежим на кассу. Так, постойте, а это что такое? Это всю очередь, что ли? Обалдеть! Тетенька, тетенька, пропустите меня, пожалуйста. У вас целая телега, у меня один наборчик. Ну, пожалуйста, мне очень надо. Мальчик, ты думаешь, зачем я тут с 8 утра стояла? Чтобы тебя с наборами пропускать? В очередь вон там, в конце зала. Спасибо, тетенька. Да не за что. Вот и я говорю. Пропустите меня, пожалуйста, кто-нибудь. Пропустите, у меня один наборчик, всего-навсего. Мальчик, я могу тебя пропустить, только смысл. Я сейчас последний, а ты будешь предпоследним. Эх, спасибо, дяденька. Только нету в этом смысла. Как бы мне пробить побыстрее-то, тетенька-продавец, пожалуйста. О, имейте уважение к детям, мне один наборчик, всего-то навсего. Понимаете, я вчера хотел, забыл, а мне нужно сделать. Я сестрам обещал, братьям. Вообще, у меня много братьев, много сестер. Они все мороженое ждут. Ну, ну в честь Нового года, ну что, вы такие злые, взрослые. Мальчик, иди, я тебя пропущу. Ну что ж, на самом деле, Новый год же. Все, я за вами тогда стою. Фух, я купил, представляете, вы знаете, что в магазине? Там такая очередина. Хорошо, что тетенька добрая меня пропустила, а то, не знаю, после Нового года бы только пришел. Ой, ну все тогда, Дианочка, иди сюда, будем вместе делать сначала мармеладки, а потом мороженое. Ну что ж, берем тарелочку и высыпаем туда смесь из коробочки. Добавляем 100 миллилитров воды. Выливаем. И 3 минуты мешаем миксером. У нас получилась вот такая вот воздушная белая масса, которую мы ставим в холодильник. А пока наша масса замораживается, мы сделаем новогодние мармеладки. Меньше слов и больше дела, а то сейчас они застынут и будет никак уже не налить форму. А можно я буду набирать желтые? Да пожалуйста, Дианка, красные уже готовы, теперь твоя форма. Ну что ж, а пока мы ждем, пока наше мороженое замерзнет, а наши мармеладки застынут, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Спасибо, что вы с нами, наши дорогие подписчики и зрители. Оставайтесь с нами, с нашей веселой семейкой, а мы желаем вам счастья, здоровья, хорошей учебы, удачи во всех начинаниях и хорошего настроения. А нам осталось украсить мороженое, накрыть стол и дождаться боя курантов. Бум-бум! С Новым годом! Макс, с новым-то с новым! Ты мороженое проверял? Вдруг оно уже готово? А то мама просила освободить кухню. Ей нужно готовиться и собирать стол. Вообще-то я поздравлял с Новым годом наших подписчиков. Сейчас проверю. Посмотрите, сколько много свежего вкуснейшего мороженого мы приготовили. Катя, давай быстрее украсим, пока не растаяло, и уберем морозилку до Нового года.
Ну вот и готово. А вот и наши мармеладки застыли. Ну все, друзья, наша веселая семейка готова к празднованию Нового года. А что вы любите кушать на Новый год? Пишите нам в комментариях. Всех поздравляем! С Новым годом! Ху-ху! Катя, давай мороженку лопать. Подождите, подождите, это на Новый год. А вам знакомо?